этим занимался. Союз – это драма моя, как и я думаю, драму нашего всего Содружества Союза. Его указы, которые полностью противоречили Конституции на тот момент, являющиеся фактом предательства, например, указ о ликвидации Советского Союза, в котором он сослался на политическую реальность. Разве так должен был вести себя главнокомандующий? Что это вообще за юридический документ, который ссылается на не Конституцию, не на законы, а на какую-то политическую реальность? Что это такое? Выпустил бюллетень для голосования на референдуме, где напрямую говорилось об уничтожении СССР, а не про его сохранение. Причем референдум был проведен по настойчивому требованию самого Горбачева. Или вот, например, его решение о передаче ядерной кнопки, или о разрушении институтов Советского Союза. Из этого всего, друзья, видно, что все эти решения принимал даже не предатель, а в чистом виде агент иностранного государства. Не случайно Горбачев является лауреатом нескольких высших наград Соединенных Штатов Америки за, в статусах наград это записано, за защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Горбачев получил официальные награды высшие Соединенных Штатов Америки в начале 90-х годов и в 99-м году. Например, медаль свободы, это медаль, которая, статус, который вручает президент Соединенных Штатов Америки, это медаль президента. То есть соответствует нашему статусу президентских наград, то есть высших наград Российской Федерации или Советского Союза. И в официальных статусах наград так и написано: за защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Кроме государственных наград, он получил около 30 разных дополнительных высших статусных наград и премий, разных мировых. И это обычная процедура чествования своего героя-разведчика, который реализовал свою задачу на оккупированной, ну, на территории врага, проникнув в территорию врага Советский Союз и реализовав эти задачи. Причем, друзья, что самое интересное, по законодательству Горбачев не подлежит ответственности. После того, что он натворил, изменилась, ухудшилась жизнь сотен тысяч людей. И посмотрите, ни одного следственного действия, ни одного уголовного дела. Произошла крупнейшая геополитическая катастрофа, ни одного исследования фактов, никаких допросов свидетелей, никаких изучений документов, в общем, ничего. Другими словами, наглядно видно, как победители на оккупированной территории запретили поднимать вопрос 91-го года. Будто магазин закрыли, ключи сдали другим хозяевам и все. Алло. Да, Джордж, дорогой, приветствую. Я вот хочу начать сначала с приятного и поздравить вас с Рождеством и Барбару, всю семью. Я сейчас, вот у меня на столе лежит указ президента СССР. Сейчас вот у меня на столе лежит указ президента СССР. Ты можешь спокойно провести рождественский вечер. Таким образом, я довожу процесс до его завершения в конституционных рамках. И все остается и будет оставаться под очень строгим контролем. Беловежские соглашения, которые вообще ничего не значат, раскручивается как фактор ликвидации Советского Союза. А решение высших органов власти, съезда, в котором была специальная группа проамериканская, межрегиональная, Горбачева, указы о ликвидации, они вообще не упоминаются. Вот я вот смотрю на фильмы официальные этого периода, там вообще не упоминаются многочисленные документы о ликвидации Советского Союза, подготовленные, подписанные, организованные Горбачевым и его окружением. Там же он собрал целую команду вокруг себя агентов. Влияние там, тот же Яковлев, многие другие. То есть идет сознательное искажение фактов 91 года. Граждане России не знают, и Украины, и остальных, как ликвидировался Советский Союз. Чтобы мы это узнали, надо возбудить уголовное дело по катастрофе, поднять материалы этого уголовного дела и в рамках исследования этих событий
ответить, кто чего и сделал, и что, где что произошло, и кто в этом виноват, раз произошла катастрофа. Кто за это отвечает, кто нарушил какие законы. Этого сделано не было, а с этого надо начинать. А вот теперь очень интересные факты, которые находятся под жесткой цензурой Российской Федерации. Хотя свидетельств этому сотни тысяч людей, но, повторюсь, говорить об этом в СМИ запрещено. Все российское государство создавалось американскими советниками. Правительство Гайдара являлось правительством просто прикрытия. То есть правительство Гайдара осуществляло функцию визирования документов, которые готовили американские советники в соседних кабинетах. Просто они не хотели сами подписывать эти бумаги. Поэтому они взяли на работу Гайдара, его правительство, чтобы те брали бумаги, переводили с английского языка на русский и визировали в качестве своих документов. В правительстве работает около 1200 иностранных советников. Я опубликовал материалы по итогам анализа. Называлась она «Черная приватизация», где я пофамильно привожу там более 20 фамилий кадровых разведчиков вот из этих советников, прежде всего Чубайса и Гайдара. Они работали в их ведомстве. Или все законы, все указы, которые Ельцин и Гайдар принимали, я же член правительства был, я помню, привозят на английском языке, а потом сидят там, срочно переводят, и в 12 часов, час ночи нас собирают. Мы еще не успеем не прочитать ничего, еще горячие все страницы. Да еще перевод как грубо сделан, там, неудачно, знаете, как не по-русски. Все оттуда и сидит. Джеффри Сакс при Ельцине сидел, главный экономический советник. Через него это приходило, он давал, переводили на русский и давали. Вот что они делали. А что они для российских, для граждан, что ли? Ну, допустим, воспоминания министра имуществ Полежаева. Да? Вы можете посмотреть, есть его ролики в интернете. В 1995 году он, будучи губернатором Амурской области, был назначен министром имуществ, вице-премьером российского правительства. Ельцин назначил. В моей отставке больше всего были заинтересованы Соединенные Штаты Америки. Что интересно. Дело в том, что бюрократическая машина России, вероятно, как и бюрократическая машина всех остальных стран мира, очень непоследовательна и очень плохо работающая. Я, как вице-премьер правительства России, должен был знакомиться с совершенно секретной перепиской наших дипломатических представителей за рубежом. То есть мне приносили утром письмо посла России в Америке, Воронцов, тогда был, где он, так сказать, описывая ситуацию, оно адресовалось МИДу и Ельцину, президенту, требовал от имени американского народа немедленного увольнения Поливанова, который, так сказать, тормозит темпы приватизации, пытается ее, так сказать, сделать более медленной, более нормальной. Американцам это категорически не нравится. Он сообщал также, что для этой цели в Женеву выезжает госсекретарь США Кристофер, и требовал, именно требовал, от Ельцина направить туда министра иностранных дел Козырева. Что и было в январе 1995 года сделано, и где было принято решение о моей отставке. Я перед отставкой встречался с Ельциным. Он меня достаточно хорошо ко мне относился. И он сказал, понимаешь, говорит, ничего не могу сделать. Такое давление оказали. А тут еще, говорит, фонд в Давосе, нам кредит брать в МВФ, требует вашей отставки, поэтому поработайте заместителем начальника контрольного управления президента, а там видно будет. То есть олигархи наверняка были, но олигархи здесь не играли главной роли. Главную роль сыграло правительство США. И он пришел в министерство. В министерстве сидели везде американские советники, которые раздавали имущество Советского Союза, не просто министерство управляющее. Оно осуществляло раздачу имущества. То есть все имущество СССР, Россия, которая его получила, раздавались определенным людям, которых позже назвали олигархами. По какому-то определенному списку, подготовленными американскими советниками, как мы сейчас видим. То есть это не просто приватизация первая. Это в юридическом терминологии называется репарация. То есть на оккупированной территории все имущество передается победителю. Ну, то, которое его интересует. Вот эти половины имущества СССР было через механизм репараций, оно же приватизации, передано подставным лицам, которые перевели это имущество в иностранную юрисдикцию. То есть все 100% объектов приватизации имущества в Российской Федерации 90-х годов ушли в иностранную юрисдикцию и до сих пор там находятся. То есть с точки зрения формальной, это не приватизация, это вывоз имущества
или прав на имущество, если точнее, на оккупированной территории. Осуществляли это прямые специалисты американские, которые работали в том числе в этом министерстве. И вот он рассказывает, министр, 95-го года. Он пришел в министерство. Его пустили только в его кабинет. Ему приносили бумаги и сказали, подписывай вот здесь и здесь. Он сказал, я не хочу подписывать, я хочу разобраться, с какой стати вы мне тут приносите американские бумаги. И тогда его замы начали подписывать бумаги без него, в нарушение всех регламентов, а его просто не пускали в министерство физически. Потому что охрана министерства была тоже американская. И в министерстве сидели американские советники. Он в течение месяца пытался сменить охрану, сменил на милицейскую. Тогда он смог попасть в министерство, там еще американские советники заперли в своих помещениях, и там несколько там ночи или сколько-то жгли бумаги. Ну, то есть, тоже он еще внутри с ними боролся, после того, как в министерство попал. Но в результате этого все это закончилось тем, что Соединенные Штаты прислали официальное письмо Ельцину, в котором написали, с какой стати ваш министр мешает нам управлять Российской Федерацией, просим его уволить. И Ельцин его уволил через 2 месяца после назначения. И уже новый министр ни с кем спорить не стал, спокойно получал свою пайку, ездил на машине с мигалкой и удовлетворялся жизнью, не пытаясь что-то изменить. И это касается всех министерств Российской Федерации. То есть вся российское государство и украинское, и остальные создавались не просто американские, а для цели эксплуатации российской территории Соединенными Штатами Америки. Далее, с 96 года, американцами была сформирована олигархическая система управления. Как работала эта система? Так называемое политбюро, куда входили олигархи, естественно, с российским гражданством, с русскими фамилиями, или нет, скорее, с русскими именами, а вот фамилии у них были еврейские. То есть их имущество все за рубежом, они полностью находятся в зарубежной юрисдикции, они являются агентами США, управляемые и контролируемые, потому как все имущество их находится за границей. Вот им доверили управлять территорией Российской Федерации. Для этого им передали в управление весь государственный аппарат, у всех серьезные должности, министры, замминистры, директора самых крупных госкомпаний, то есть они все отвечали каждый за свое направление. Я, например, работал в конце 90-х Минатами, за Минатом отвечал Абрамович. Соответственно, он осуществлял кадровый контроль, кадровое назначение. И это было во всех министерствах. Там, напоминаю, олигархи это Абрамович, Смоленский, Ходорковский и так далее. Но список все могут найти. Вот система управления была такова, что чиновники отчитывались своему олигарху или его назначенным лицам обо всем, что они делают. Фактически они работали, вся система российского государства работала через олигархов на американцев, но при этом, естественно, коррупционно и на самих олигархов тоже. То есть где-то половину дохода они брали себе, вторую половину они усилия направляли на решение задач Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому уровень жизни тогда у России был просто чудовищно низкий, потому что фактически было тотальное разграбление страны, которое бывает после вторжения иностранных войск. Действительно ли происходит перераспределение материальных ресурсов? Нормально это или нормально? Что вот происходит? На мой взгляд, это нормальный процесс. Антимонопольный комитет эту сделку проверил, насколько я это знаю, и выдал заключение, что вопросов нет. Еще интересный факт, на который не обращают внимания. На всей территории оккупированной России поменялась вся терминология. Помните, как еще Задорнову не нравилось, что население употребляет много нерусских слов, терминов, появились какие-то муниципалитеты, мэры. Сама должность президент – это не российская терминология. В России такого названия никогда не было. Ну ладно название, бог с ним, но тут тоже интересно, смотрите. Если сравнить полномочия и все возможности президента РФ с должностями советских руководителей, тут открываются интересные факты. Можете поставить на паузу, чтобы рассмотреть все поподробнее. Там видно, что наш президент уступает даже председателю правительства. Статьи 15, 17, 18 в свободное время рекомендую вам их почитать. Если коротко, то суть в том, что согласно Конституции власть России идет извне, а наш президент просто координирует исполнение всех указаний. Откуда? Извне.
Мадлен Олбрайт, госсекретарь Соединенных Штатов, отвечала в то время за управление оккупированных территорий, говорила о том, что российские природные ресурсы не должны принадлежать России. Естественно, указания госсекретаря Америки для России являются обязательными, в том числе и для российских властей, как система, и в соответствии с ее указаниями тут же партия «Яблоко» Явлинский, Болдарев, Лукин внесла закон, в котором российские недра были из российской юрисдикции выведены и напрямую стали подчиняться иностранному государству. Другими словами, друзья, все то, чем славится Россия, это нефть, газ, лес, металлы, по закону официально не являются российскими. Госдума и Ельцин в то время приняли вот такой закон. Назывался закон «Соглашение о разделе продукции». Можете найти его в интернете, почитать весь этот ужас. Конкретнее, 264 крупных объекта не принадлежали по этому закону России, а напрямую управлялись американскими, английскими и французскими компаниями. Так мы работали как как американская колония, американо-европейская, в течение практически всех двух десятилетий. Поэтому чего удивляться, если у нас денежная база сформирована на 80% под иностранные кредиты и инвестиции, под иностранные деньги, то и экономика идет туда, откуда приходят деньги. Итак, идем дальше. По Конституции РФ, написанной и принятой по команде Соединенных Штатов в 1993 году, в Российской Федерации запрещена национальная идеология. То есть российская идеология не может быть поддержана государством. Вся идеология в стране может быть поддержана или не поддержана, соответственно, только иностранными государствами. В России на сегодняшний день существует специальная оккупационная идеология, на которую выделяет деньги Конгресс Соединенных Штатов Америки в бюджете. На чем она стоит? Ну, первое, обслуживание иностранного государства. То есть цель российского государства и вообще российского народа – улучшить жизнь народа американского за счет снижения своих возможностей и своего уровня жизни. Нам предлагают идеологию «золотого тельца», идеологию разврата, идеологию неспособности жителей России решать проблемы своего государства. Далее, Министерство образования. Это министерство заполнено агентами США практически по максимуму. Это министерство, которое традиционно занимается обеспечением поставок дани в Соединенные Штаты. Ученых, детей, специалистов, молодежи, которая, соответственно, и принимает системы и законы, направленные на обеспечение работы Соединенных Штатов. Именно поэтому из этого министерства уходит единый госэкзамен для цели подготовки российского трудового рынка для использования союзниками США в Европе и самими Соединенными Штатами. Законы о ювенальной юстиции для цели увеличения изъятия детей из семей для цели экспорта в США, с одной стороны, на дань, а с другой стороны, для того, чтобы изменить код российских семей, тем самым ликвидировав генетический код вообще русского человека, российского культурного человека. Ситуация в образовательной сфере также ужасающая. Американцы запретили выпускать российские учебники, допустим, учебники истории. Все учебники истории, а их примерно 600, которые зарегистрированы в Министерстве образования ранее, они все были написаны на американские гранты, под их заказ и, как вы думаете, с какой целью? Правильно, изменить нашу с вами историю. Учебники истории – это воспитание наших с вами детей. И, соответственно, если туда закладывать одно вранье, ведь всем известно, что человек без истории своей страны, без родины, без флага, каким впоследствии становится этот человек? Это очень важный элемент, и поэтому американцы уделяют очень много внимания этим учебникам истории. Итак, друзья, подведем итог. Как вы уже поняли, мы живем на оккупированной территории. Контроль практически над всем. Идеология, средства массовой информации, информационная среда, телевидение, Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство строительства, Министерство транспорта, Министерство экономического развития, Федеральная антимонопольная служба, Министерство промышленности и так далее и тому подобное. Список действительно длинный. Таким образом, Горбачев со своей командой всего за 6 лет уничтожил одну из самых сильных сверхдержав в мировой истории. С тех пор Россия платит дань Соединенным Штатам Америки 1, а то и 2 миллиарда долларов в день.